Russia had found its new leader. Yeltsin could now go. On the last day of 1999, he announced his early resignation. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Я сделал все, что мог. The president was going, a new one had to be elected. Действительно, я был одним из тех, кто предлагал Путину принять решение стать президентом России. Это так. Не только я, но я лично. Действительно, Путин не стремился во власть. Действительно, он с огромным трудом принимал это решение. И принял его окончательно только после того, как его попросил настойчиво об этом президент Ельцин. Добрый день. Здравствуйте. Как вас видеть? Спасибо. Я рад, что мои прогнозы, мое предложение, его согласие баллотироваться президенты Российской Федерации на выборах 2000 года осуществляется успешно. After the disaster of Yeltsin's last few years, Putin took care to put across a young and energetic image. He wanted people to see him as a true leader, attractive and committed. Putin was swiftly elected. The inauguration ceremony was carefully stage managed for the TV cameras. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Was the same plot going to play itself out? At first it looked like it. Putin invited the oligarchs to the Kremlin, as Yeltsin had done before. But this time they were going to be told in front of the cameras that from now on things would be different. Вообще должен сказать, что иногда у нас очень трудно понять, где заканчивается бизнес, а где начинается государство. И где заканчивается государство, а начинается бизнес. Не за красивые глаза, а потому что считал, что он разделяет те же идеи, которые разделяю я. Путина это оскорбило лично, у меня был с ним после этого разговор. Было принято решение президентом, что я должен немедленно вернуть свои акции государству. Я с этим не согласился и сказал, что я добровольно это делать не буду. Whether willingly or not, Berezovsky lost his shares. Since 2001, he's been living in exile in London. And he's the subject of several ongoing criminal investigations. Yes. Борис Березовский, это кто? Это... Он что, вы все время говорили, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще, сейчас он бывший кто? Я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. И Путин ушел от меня, а я ушел от Путина. Это очень важно. Для меня важно. Это был мой сознательный выбор. Мой парень снова влип в дурные дела, подрался, наглотался какой-то мути. Он так меня достал, и я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин. Путин.
Путин surprised everyone. He turned out to be a fearsome political animal with an iron fist in a velvet glove, capable of making Leninesque speeches that would floor his opponents. Убежден, эти цели, эти задачи должны решаться не только государством, а при полном осознании своей социальной ответственности всем гражданским обществом, включая и бизнес-сообщество. Я желаю вам удачи. Спасибо большое за внимание. Увидите, что в институте, который считается, готовит... Ходорковский was first of all taught a lesson in public in front of the TV cameras. Для нефтегазовой. И ваша компания, допустим, у нее были проблемы с уплатой налогов, но надо отдать должное руководству компании ЙОКОС, так? Она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии и закрыла все проблемы, закрывает все проблемы с государством. Но как-то эти проблемы возникли. Может быть, именно поэтому в налоговую академию 4-5 человек идут. Понимаете? Вот поэтому я возвращаю вам вашу шайбу. Так? И думаю, что правильно, вот все-таки Михаил Борисович сказал, что, наверное, и бизнес-сообщество приняло участие в создании ситуации, в которой мы сегодня находимся. Но самое главное в другом, что нужно... Все мы понимаем сегодня, да, что это мешает уже. Это мешает развитию страны и развитию бизнеса. Off camera, he was advised to leave the country, but when he refused, he was arrested. The arrest was conducted as if he were a dangerous terrorist, and he was thrown into prison. The whole performance served as a warning to the entire country. Алексей Валентинович, пожалуйста. Сумма на наличные инвестиции – это 5 триллионов рублей. Предприниматели жаловались. Серьезно снизить бюджетные затраты. Это требует проектного подхода. Ну и что? Максим Салатович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития. Я согласен. Хорошо. Как вы считаете, что в банковской сфере, в ВТБ и международной банке, ну, в базовом образовании вы... Ну, если говорить сейчас о российской экономике, то ситуацию можно коротко охарактеризовать. Самое плохое уже... позади, но темп просто еще, конечно, недостаточно. Поэтому ну, главная задача на предстоящий год – это подготовка ключевых мер, которые позволили бы снять структурные преграды для роста российской экономики и позволить ей двигаться вперед. Не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Максим Александрович, вы человек достаточно молодой, но молодым специалистом вас уже не назовешь. Вы человек грамотный, и зрелый специалист, опытный. Я желаю вам удачи. Не назовешь его человек. Грамотный и зрелый.